Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 месяцев. То же деяние, повлекшие смерть двух или более лиц, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.